Так. Всем привет. Нет. Ну. Кого забрать? Я не брал. Проверка связи. Не слышу. Отлично. Сало, я видел со сало. Жутик. Топтало. Мор... Бля. Топтало, ёбаный. Пенвэх у меня и так есть. Что бы еще взять? Адреналинчик. Не, морфинчик. Я что-то выбросил. Бля, без микрофона, дебил, вы видели, он без микрофона, ёб твою мать! Че? Ну чё, ребят? Да, мощно. У-у-у-у. Кошерно. Алло, пошла. О, свои, свои, свои. Вот свои, еще свои, еще свои. Тучек на КВ. Берушки. Да, садится чайный, какой? Да. Зим. Подожди, пока. Что? Легкий рандом куда? Чарли садится в какой Зим? Ладно. Куда Чарли? Чарли, не Чарли. Кто-то сломался уже. Не смотрите на меня так. Стоп, тут где... Куда где... Где наши? Да. Ты наш. Наш, не наш. Да-да. Наш, наш. Нет, нет. Наш. Она прописана, попрочти. Там так и наш. Нет. Чарли садится в какой Зил? Да, Чарли, внимание, мы все идем пешком. Че? В смысле пешком? У меня карта есть? Так, пока что есть. Я так понял. Давай, идти на запад до конца зоны. Че? На запад, на запад. Куда это запад? Ага. Давай ко мне, схуешь. К югу, ебу. Ты бравый солдат. Да-да. Ты что, мы пешочком будем? Да. Русский уже там? Его в марке можно сделать. А дай мне. Блять, отряд мечты нахуй. Пешком, Паша. Мы на каком выезде? А на этом. Брат, подними сумку. Подними сумку. Почему? По одному. Потому что. По одному пуску скидываем. Ну, ребят, погнали. Все, забей, забей. Так, давайте, ребят, на зиму 240. Двигаемся. Морд. Окей. Едем до деревни. Мы едем в одну и ту же точку. Едем вместе. Надеюсь, не заблудимся. Да, группа не маленькая. Что противники такие, на пол, ты бомжи. Понял, противник. Не поглавы еще, да? Командиры такие в банкетинге.
это нахуй группировка? Чё тут не свои забыли? Точнее, ну не наша группа. Кажется, они тоже этим путем бегают. Это хоть 240? Ого. Слышите, кто у нас? Соседнего отделения, наверное. Не толпиться. Надо, друг конечно. От друга в метрах в хотя бы 15 находитесь. Да, конечно. Пошел я, короче. Азимут движение 300? 40. 240. Ни за всеми не заблудишься. Как наши. БМП. Я тоже хочу на ней прокатиться. Чё нам не дают? МПшки пропускай. Шотряд наш. Так, начало неплохое. Ну, а в итоге, как обычно, сольюсь. Ну, это уже другая история. Ох. 240, конечно. Ну, правильно, идем. Блин, сколько можно идти? Я чё, первым иду? Опять вроде. Чё, бля? Обновил. Ну чё, типа развед мяса или что? Двигаем 210. 205, что ли? Окей. Ну все двигаются на 205. По идее. Эге, плотина. Нам бы рассредоточиться, что ли? Внимательно, например, там домчиков. Чё? Мне кажется, или мы реально идем первыми. Или все уже проехали. Ну да. БМПХ, наверное, уже впереди. Скачиваем на 140. Угу. Что за херня была? Как можно быстрее миновать этот перешеренство? Больше по нам. Стреляю по нам. Быстро на юго, на юго-запад, на юго-запад. Низинку. Это мина была, нет? Это была ГП. Я ранен. Все по кустам спрятались. Сука, такое чувство, что это реально враг. И ГПшник. Мне перетментоваться надо. Прием.
Огонь свободный, весь противник атакует. Ну я дебил, конечно. Как слышно? Слышно. Это 1-1С? Да. Это сабер, снайпер. Перешаги противника. Господи. Хоть бы это был враг, хоть бы это был враг. Снайпер на северо-западе. У нас есть, ребята, СМ-16? Нет, не должно быть. Ребят, мы прямо вокруг вражеского бойца пробежали. Два. Я его убил. У него РПГ, это он по нам ГП шел. Нет, это не РПГ был. У него М16 и, бля, муха что-то делает. Блять. 37-й. Противник, снайпер на острове. Неужто я своего убил? Так. А почему я не могу достать? Так, окей, точно. Жетон его возьму. Точно, так. Изучить жетон. По 3Е. Наши вообще никуда не сдвинулись. Наш? Бля. Впереди стреляют. Наши, походу, по нам же и стреляют. Тучик здесь. Что? Тучик на кровать. Блять. Так, вторая часть. Скажи, может, Дэхан, пусть они отработают в пушке, он там спустя. Там где находится, скажи. Пошел ты на шейку. Да, попробуйте отработать снайпера, который на западе, но на, он там сидит на этом самом. Ага, вот, догнал. Я могу с ГПшек его. Стреляют, ёпт. Убивают. Если бы сейчас по елкам прохуярят. Привязка. Лучше я вернусь, что ли, за мухой. Сильно ранили? Думаете, сильно ранили? Живой. Нормально. Я его вылечить полностью. Ну посмотри, что да как. Посмотри. Юго-западной части. Учиться. Медик, около меня был. Медик. Я в норме. Не обращай внимания. Прими морфи. Клёсиком крутами. Принял. Блять, нужно взять РПГ. Это очень важно. Блять, только... На КПшке вот этот остров странный, ё-моё! Черт возьми, потерял слегка. Труп... Какая проблема? Вот. Нормально. Найден. Ты чё, жив? У тебя пистолет есть? Нету. КПшник у нас есть?
А снайпер тоже на... там же остался на острове. Снайпер там же на острове. Да. Бэшу. Так, они там ГПшат, лучше мне не соваться туда. Что творишь? ГПшки по этому острову. Куда ГПшить? По мосту? По острову, который на... находится на юг, на северо-востоке. Понял. Пару ГПшек кто-то кинки. Мне кажется, я его убил. Вах! Ой. Да нахуй. Все, я теперь с этим бегаю. Так, что мне не нужно? Один адреналин выкину. Жетон? Ну пусть будет. Хе, нет, какой нахер жетон? Вы о чем? Вообще никакой, сейчас я буду. А, стоп. Чё-то ты пошел как-то меньше. Чем было? Пацан на юго-восток. Так, окей. Еще раз гляну. А, ну да, я его выкинул. Тут где здесь медик? Кто у нас позывной медика какой? Так, наш отряд все еще здесь. На метке БРДМ, зеленый. Снайпер. Есть кто ранее, как он еще. Ага, мы у нас здесь, понятно. Тебя сзади люди. Двигайся по этому перешейку и ищи кому-то помощь. Очень много бессознания людей. Какой-то тоже помогаю остальным еще. Пиздос. Все, готов. Переверните меня. Ой, вот. Отлично. Бля, что нам делать вообще? То есть я туда-сюда мотаюсь, а вы тут, ну вообще они что-то чистят. Типа. Интересно. Наши впереди. Обычно на той стороне доложите мне. Только продвигайтесь медленно и очень осторожно. Да, да, медленно и осторожно. Вот это вот классный ствол. Я живой, Василий? Да, 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 я живой. Вообще. Не лезь, очинил, не лезь, не надо. Все, живой, бегай. Спасибо. Так, наши там. Где вертуха?
Медик все кричи, а кого увидишь, а все остальные стараемся двигаться на восток, поэтому перешли. Защищать противника. Да мы уже перешли. Стойте там, я еще не перешел, потому что вы все с ума сошли. Я жду, поэтому перешли вот противника. Вот так ствол. Класс. Что сказать? Эта штука гасит. Наши у домов есть? У домика. У домика кто? Есть кто? Двое у дома стоят. У дома я и снайпер. Дом, да ты. В дом не знаю. Свой, видел, да, свои каски. Скажу в домику. В доме двое. Наши. Двое-то наши, вы чё гоните? Это наши это. Вертолёт сбит. А что мы делаем вообще? Так, у меня есть карта. Ага, тут их не деф где-то, да? Вот ага. У нас минус вертушка. Да, будет трудно. Так, и вот дальше действие. Куда дальше от домика двинем? Повторите. Каковы дальше указания? Ёпт. Да не ты. 60 идите. На 60 идите. На 60? 160. А, на 160. Что же, всё? Умер? Ранен. Где ты? Ты куда бежишь? Наш обоих положит. Пиздец, сейчас же накроет. Пиздец. Ставлю приблизительную метку. Бля. Есть кто? Ёпт. Нужно переключиться на другой канал. Браво. Ну давай на браво. 31. Бля. Ну давай. На браво тоже тихо. Чарли. Есть живые? Есть. Так, всего один выживший остался. Пиздец. И я откинусь скоро. Противника не видно, нихуя не понятно. Что?
что делать не ясно. Как так жить. Понятно. Ему пиздец. Так, а как с ГПшкой? Командир жив? Что за вашу маму? Ну ё-моё. Наоборот. Кажется, это наш пех. Да, каска. Эх, забивают нас. Привет. Как ты? А что ли спиздим твою рацию? Еще живы? Блять, кажется, никого не осталось. Есть еще живые? Ноги целы? Да. Куда это они все, кстати? Ну ё-моё. Ну ё-моё. Я ещё живой.
Ты живой? Да. Сейчас бомбану его. Чи? Ты бы оружие вражеское не брал? А чё так? Ну потому что путаются люди и вообще опасно это. Ну тут типа оптика, все дела. Кто-то слева бежит. Опасный парень был. Ты его убил? Да я не знаю. Все, последнюю кулу ты встанешь. Скорее всего. Жди медика, у тебя руки сломаны. Да? У меня инвентаре есть эти самые. О, заебись. Ну, я все равно. Да ну нахер. А мне что ли? Че? 40 минут уже прошло? Эх, я так и не узнал свой РПГ. А че, началась атака или че?